Все, заходим, что? Выйдем? Ну а что, чуть сидеть? Вон, 31. Это же электронное табло. Ты какой-нибудь дикий сейчас, нет? Это же бубль-бум. А кто мне расскажет, каким образом у них получается в одно время? Все электронное, тачскрин. Сделать иглоком пропустить? Я сейчас не хочу. Значит, будем ждать, пока вы заходите. Сделали глоток. А это законное требование сделать глоток, что ли? А это вот получается законное требование попить. А в правилах деньгах это практика? Сошлитесь на закон. Основание чего вы принуждаете меня? Нуждайте. Чтобы удостовериться, что это вода, а не кислота. На закон сошлитесь. Давай, стой тогда так. С таким законом сошлите где? Давай, скажи. Вы должны выполнять ваши требования. А пописать? Это требование или просьба? Может быть, подождите, вы можете поставить на YouTube, если она запечатана. Она запечатана, я в магазине. Вот, ну что, пожалуйста. Я не хочу сейчас. Это прикольно. Нет, серьезно, вы покажите ему, где это написано, все, и какие проблемы. У нас все делают, и все уходят. Нет, а вы скажите, где это написано, он все сделает, как просто как-то, знаете. Вам объяснили. Так я зонтик, у нас зонтик отвезу. Вы не кричите, я слышу, хорошо, не кричите. Я отолью вам. Не, мы просто спрашиваем. Тогда оставьте бутылку. Это не моя бутылка. Я просто здесь вопрос, или оставляем. Простой вопрос, где написано? Зачем я буду? Где, покажите. Вы ее А зачем я должен обоснуйте, зачем я должен пить? У вас вызывает сомнение простая питьевая вода. Я не знаю, может быть, это не сомнение, это паника уже. Должно быть перестать дышать. Я вам сказал дышать перестать. Пока нет. Это подойдет, да? Если жидкость вызывает у вас сомнение, я готов вам предоставить часть этой жидкости. Мне она не нужна. В таком случае я пройду. Уважаемый, пить сейчас не подождите, не ругайтесь, подождите. Вы серьезно, вы покажите правила, в которых это написано, и он сделает. Я... Какие проблемы? То если вы ограничиваете его права, то сошлитесь на закон, и все. Это же несложно. То есть вы не сможете сейчас сослаться на закон. Вы отказываетесь. Я сейчас вызову начальника. Правильно, правильно, конечно. Что самому-то такие решения принимать? Заставлять пить человека, да? Занятно. Привязывать я наручниками, пить заставлять. Ты снимаешь? Ну, здесь человек не будет, вот я вот снимаю. Все хорошо. Человек хочет пить, а не знаю, преступник, он пить. А если бы бутылку сюда положить? Вопрос не положить, а вопрос принести интересный. Вы только ваше требование должно быть основано на законе, а не на том, что у кого-то что-то там где-то зачесало. Вот я и спрашиваю, какой закон. Ты задел, наверное, просто открыл крышку. Чуть-чуть крышку открыл, наверное, открылся. Я не отказываюсь, я предоставил свои вещи. Но где в законе о приставах написано, что я должен по требованию пристава пить? Или писать. Что я должен предоставить? Свой желудок? Я должен предоставить свой желудок для анализа жидкости. Я правильно понимаю? Вы можете оставить бутылку. Вы можете пройти на выход. Все. Я не хочу оставлять свои вещи. Я купил для того, чтобы мне комфортно было слушать заседание. Захочу пить, попью. Суд. Что здесь непонятно? Где в законе о приставах написано, что пристав имеет право заставлять граждан пить? Я предоставил вещь. А я не знаю как. Я не в курсе, я не пристав. Это его головная боль. Вот он сидит по городу и думает, что он кого-то там за городом пойдет. Вот пусть и думает, как исполняет закон. Он дал присягу. Он должен быть образован. Как? Это не мои проблемы. Но не надо это делать в ущерб моим правам. Сегодня ему захочется заставить меня попить, завтра ему захочется еще какой-то анализ у меня получить. Вы заходите в суд, вы думаете. Ну что? Допускайте, гражданин, допускайте. Сейчас подойдет старший, пусть с вами разбирается. А это беседа с со старшим? А кто тогда это был? Я же не знаю, с кем мы общаемся.
Товарищи юристы, вмешайтесь, пожалуйста, человека не пропускают с водой. Помогите. Короче говоря, не пропускают, если не попьешь. С водой не пропускают. Ну, они же сваливаются, что ли? Нет, не ссывается. Он не может назвать норму жертвы. Сейчас, секунду, я немножко о другом думаю. Все? А с хлебом можно? Ну-ка, откусите срочно. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем регламентировано заставлять человека пить воду? Тема, что мы же не знаем, что там. А вы не должны знать, регламентирован чем вопрос, понимаете? Чем, где это прописано, что он должен пить воду? Порядок такой. Ну где, сошлись, покажите. Порядок такой. Покажите, где это написано. Что написано? Ну, чтобы человека заставлять пить воду на входе. Мы же вам объясняем, почему. Не надо объяснять, скажите, где написано. Не надо мне объяснять. Это обычные... Обычно нет, где написано? Это режимное предприятие. Покажите инструкцию, пожалуйста. Очень простая просьба. Инструкцию в интернете посмотрите. Туда, куда будете выкидывать. Самолет даже с водой пускают. Никто не вас сделает. Золотой сделаете. Сделайте вывод. Я не буду вашу воду пить. Я хочу сейчас. Мы вас не пропустим. Вы ограничиваете меня вправо. Ограничиваю. Потому что я отказался. На каком основании? Это не наш. А писать он не должен? По вашим требованиям. Это требование. Ну серьезно. Писать не должен. Не должен? Пока не должен. Еще раз вам разъясняю. Я начальник отдела. Моя фамилия Белоупов. Имя отчество. Сергей Владимирович. Бутылочки может быть воспламеняющая. Может. Отравляющая. Может. Может быть любая фамилия. Поэтому, если вы глоток не сделаете, мы вас с этой бутылочкой не запустим. Вы можете ее оставить на улице. Нет. Это моя собственность. Я хочу пить. То есть вы заставляете человека пить? Правильно. Я готов отлить. А в наручниках он должен где-то делать или как? Можно поступить иначе. Да. Пожалуйста, если бутылка запрещена к проносу, вы она просто составите протокол и изымите ее и укажете основание. Бутылка не запрещена. Вы сами себе противоречите. Если она не запрещена, то он проходит дальше. Я дам на пробу, пожалуйста. Если она запрещена, а почему свободно с ней не может пройти? Составьте материал, изымите. Сделать и узнать, что за жидкость. То есть вы хотите назначить экспертом меня, нет, чтобы я выпил? Это же более отразите, какие это основания вода. Вы считаете, предполагаете. Давайте составляйте протокол. Давайте материал составим процессуально, не на словах. Если препятствуете. Прописано. Если человек отказывается, то мы его просто в здание не запускаем. Отказывается что? Основание. Отказывается пить? Значит, определить документы, заставляющие начать. Это вам не я просто перечисляю. Нет, давайте не будем растягивать время. Что с водой? Отказывается пить, вы меня не пропускаете. Мы это не знаем, указ. Что у вас. Вода. Вам не надо это знать. Составьте акцию, что вы не пускаете бутылку. Все. Все просто. Нет, не пропускайте. Свободно не может пройти. Просто составьте, я еще раз что у такого-то гражданина изъята бутылка с жидкостью. Мы не будем знать. У нас нет этого права. А если не будете, тогда он свободно проходит. Мы не можем его запустить. А если не можете запустить, то процессуально... На сайте прописано. Подождите. Это бред какой. Процессуальный документ. Выдайте ему основание, чтобы он имел возможность обжаловать ваши действия. Процессуальный документы. Мы не выдаем предоставление. А как вы здесь? У нас нет этого обязанности. В наших обязанностях ошибки пропускной режим. Все. Мы действуем согласно инструкции. А, можно я вам расскажу свою судебную практику? Я был в Тбилисском районном суде. Один пристав не понравились мои туфли, они пикнули. Вот эта металлическая застежка здесь была. Он потребовал от меня снять туфли металлоискателем. И берет, подносит их к носу и делает так. Нюхает, башмак. А потом говорит, второй, можно? И делает второй, тоже понюхал. Я потребовал от него. Нет, я говорю о судебной практике. Я говорю, а теперь составь протокол, что ты сейчас делал. И он делал протокол личного досмотра, где указал, что были туфли там туда-сюда, претензий не имеет. Да? И я здесь обжаловал, выиграл 5000 рублей на новые туфли. Правильно. Все, так у меня был процессуальный документ. Так и здесь, если у него препятствие, что у него имеется какой-то предмет,
из-за которого не может дальше... Запрещенных проносов. Да, составьте процессуальный документ, укажите чтобы, причину, да, что бутылка запрещена к проносу, и все, никаких проблем. Также укажите, что вы отказываетесь взять. Да. Я готов предоставить. Вот запечатанное из магазина. А почему вы заставляете меня... У вас должна быть камера хранения еще. Просто составьте и все. Почему вы заставляете меня... Это обязанность требования Верховного суда. Пожалуйста, с работниками суда. Мы не являемся работниками суда. Вы независимые. Поэтому это не к нам вопрос. Но камера хранения обязана быть. Я ее купил в магазине. Люди вот приехали издалека. У вас должны быть камеры. Вы с основания, что он имел возможность. Мы же не знали, что у вас не распечатано. Вот именно. Если бы у вас это с самого начала заявлено. Он может пройти. Либо процессуально. Если вы нам, вот мы видим, что вот бутылка запечатана. Это изначально было. Это изначально говорил. Я ее не открывал. Ну вы своих сотрудников спросили бы, как бы. Сейчас ко мне вопросы есть. Все, спасибо. Подождите, у него больше ничего бред нет. Какой-то. Да ну еще раз посмотрите. Просто бред. Пожалуйста, проходите. Подождите. Пить. Он в наручниках должен пить или без наручников? Чтобы у вас поставили камеру хранения. У вас есть у вас камера хранения есть? Это не к нам. Пожалуйста, обращайтесь. Вы же с этим обращаемся, как вы идите. Посмотрите, все.